Не, я, конечно, знал, что многое поменялось за это время. Но то, что вот это вот поменялось, ну, не знаю. Хрустальные фары, ну, посмотрим. Ну, не знаю. Ну, не понимаю. Ну, не в курсе, ребята, не в курсе. Ну, мне, ну, я не буду ничего говорить, я лучше поеду и вам сразу все расскажу. Всем привет, это я, Давидыч, и сейчас мы будем прям... Говорят, что это уровень Роллса, это не так. Это не Роллс. Это что-то похожее. Это что-то, что хочет быть Роллсом. Но это не Роллс. Бентли, я признаюсь, никогда не любил и относился к ним всегда скептически. Но давайте подумаем с вами, с кем эта машина спорит? Вообще, для чего ее сделали? Ее сделали для богатого человека, которому абсолютно плевать, сколько эта машина стоит. Но, понимаете, если... Роллсов не так много. Их люди еще как-то, я не знаю, там стремаются покупать у нас. Потому что после Роллса у нас, как правило, у людей происходят обыски. И этих бизнесменов, как правило, сразу им приходится уезжать из страны. А таких убежало у нас 400 тысяч человек. Но у нас Бентли как грязи в Москве. Как грязи просто. Самые старые эти, во дворах они стоят. Ну вот в чем дело. Кто должен купить эту машину? Я бы купил. Я бы купил ее, да. Но только при том условии, если вам не понравилась. Нравится она мне внешне? Да, нравится. Она сбалансированная, она симпатичная. Не знаю. Вот какого-то отторжения у меня с этой тачки нет. Салон. Невероятно проработана каждая деталь, каждая вещь, к которой вы прикоснетесь, будет достаточно приятной на ощупь. И знаете, здесь чувствуется Porsche. Здесь прям Porsche, он где-то рядом. И действительно это так, потому что эта машина сделана по сути на базе Porsche. Ты едешь на Bentley, на тебя смотрятся такие: о, чувак на Bentley. Вот для меня, например, Bentley исключительно это человек с кошельком. Это человек, который купил тачку за большие деньги, но он не особо морочился. Просто в моем понимании заплатить, например, за Bentley, это выброшенные деньги. Вот заплатить за Rolls – это не выброшенные деньги, хотя они также сгорают. У этой тачки мотор V12. 640 сил примерно. Тяжелый. Развесовка, как у оленя. Рога перевешивают. Что ты можешь? Давай, давай. Сорок сил должны быть более грубыми, но здесь они очень культурные, такие лошадки британские. Звука нету какого-то супер. Ее водят, ее кидает. Небольшая колейность, все, она ее швырять начинает. Это спорт-режим. Жопа не стоит, играет. Тормоза ужас. Керамики нету, кстати, не предусмотрено за 23 миллиона. V12, такой он долгий. Резкости нету, резкости, взрыва нету в этой машине. Она такая... Блять, ну опять, ну давай, хорошо. Бах! То есть, и причем этот бах она не делает моментально, она его не делает взрывом, она не делает его резко. Она это делает спокойно, не переживая. Вы сейчас услышите с того момента, как я дам в пол. Готовы? Слушайте. Сколько прошло секунд до того, как она поехала? Заметили? Реально минимум 2 секунды.
Вот мы едем, вот, смотрите, вот мы едем, смотрите. 2 секунды потери. Просто на пустом месте. Потом, да, идет. Надо отдать должное, что у нее большие колеса. Соглашусь. Что ей трудно это делать, соглашусь. Что она V12, соглашусь. Но тогда вопрос. Нахрена нужна машина такая жирная, такая большая, такая дорогая? Дорогая в покупке, дорогая в обслуживании, которой тяжело разгоняться, у которой безумный сервис будет. Ну, конечно, пока она не на гарантии, пока она на гарантии, это будет вменяемо, а потом дальше все начнется. Дальше начнется полный бардак с этой машиной. Ну, смотри, на педаль нажимаю опять. Раз, два, и все, только потом она пошла. Ну как такое может быть за 23 миллиона, сука? Она должна разгоняться до того, как я свой костыль только приподнял на нее. Ну давай скажи, что я не прав. Вот просто скажи, что я не прав. Ручки очень прикольные, ручки, руль. Поставьте мне сюда деревянный руль. Ну сделайте так, чтобы я нажимал на педали, она ехала. А знаете, в чем философия? Философия в том, видимо, что у тебя дохера бабла. Тебе, короче, вообще на все наплевать. У тебя все хорошо. У тебя вот такое вот, вот такое отношение, в принципе, ко всем на дороге. Тебя все, сука, обязаны пускать. И все. Она жрет топливо, как свинтус просто. Со своим V12. Она неповоротливая. Ну вот как? Что мне нужно сделать, чтобы она вела себя не так, как она себя ведет? Мне сейчас скажут, тут резина мягкая, тут еще чего-нибудь. Мне какая разница? Я хочу за 23 миллиона машину, которая будет поворачивать. Да, это, да, с большинством машин мира она будет поворачивать. Но за 23 миллиона она должна поворачивать по-другому. Понимаете? И она жесткая. Как жестко, пи***ц, жестко. Разве это комфортная машина? Вот я еду просто по Кутузе. Разве это комфортно сейчас? Ну, не нравится. Ну, убейте, мне не нравится. Ну, что хотите со мной сделать? Ну, не нравится. Салон он выбрал красивый. Дерево подобрал, все деталечки подобрал, все. Металл здесь красивый, цвета подобрал со стилем. Молодец, молодец. Но... Ты ее нахера купила? Вообще, братан, я не понимаю. У тебя было столько интересных тачек. R6 мы у тебя снимали, брали. Зачем ты это купил? То есть я понял следующее. Закрыли окна. Включили какую-нибудь классическую музыку. И не выпендриваясь, тихонечко, едем на машине. 640 лошадиных сил. 634. Мы типа уверены в себе. Вот. Мы типа в себе уверены. У нас же Бентли. Мы включаем поворотничек. Наслаждаемся тем, что потрогали ручку, послушали этот милый щелчок такой, аккуратненько повернули руль так. Вздыхаю. Я еду на Бентли. И дальше идем. Подъезжаем к следующему повороту. Музыка приятная продолжается. Опять поворотничек. Опять потрогали ручку. Аккуратненько. Кожу гладим. Если кожи на руле мало, трогайте потолок. Тут тоже кожа. Опять поворотничек. Опять нежно поехали вправо. Фордик свали отсюда. Но у меня одна интересная вещь для вас есть. Просто супер интересная. Готовы? Смотрите. Если вы делаете автомобиль супер премиум класса, продаете эту машину за 23 миллиона рублей. У меня вопрос. Вот это что сейчас было? У меня вопрос. Почему молдинги здесь умирают от реагентов или от моек, от чего? Ну как так? Причем, если вы внимательно посмотрите, то на молдинги, которые идут вокруг окна,
Это металл, это не хром, это металл, это просто цельный кусок металла, поэтому он не облезает. А чуть ниже, то, что идет полоска, там идут молдинги, они уже как бы все, в принципе, облезли. Удивительно, почему решетка, например, не облезла, передняя радиатора. Я вот этого, конечно, не понимаю. После того, как я прокатился на этой машине, все владельцы этих машин в моих глазах выглядят вот так. Вот владелец этой машины меня убьет. Жру наггетсы в Бентли за 23 миллиона и рулю коленкой. Охуенчик. Завязав узлом простынь на простынь, узлом простынь на простынь, просто на зло все. Не повезло на 70 взлом все. Мне вообще не нравится, как педаль газа работает. Вот сейчас я еду по пустой улице, по ночной Москве. Да вроде ничего. Еду в условиях потока и постоянно газ-тормоз. Уродливая ситуация, уродливая машина. Не понимаю. Кстати, я хочу сказать, что шумка здесь не на высоком уровне. Хотя здесь двойной стеклопакет стоит. Просто, знаете, от светофора до светофора просто прыгаешь. На улице ноль. Все хорошо. Прямая дорога. Прикольно. Стартовать прикольно, весело. Ты типа на Бентли такой. Чих, пых, натуре, прям туда-сюда. Ну вот так по ровной дороге ты едешь, все нормально. Но как только какая-то неровность, все, эта машина становится невменяемой просто. Невменяемой, неконтролируемой, непонятной. Я не понимаю, непонятно, как педалью работать. Если ты нажимаешь на педаль, сразу реакции нет. Тебе надо куда-то запрыгнуть, ты даешь, а ее нету, этой реакции. А если на этой машине ездить, как на инвалидке, да, просто как бы включил драйв и тихо едешь, вот типа, пацаны, посмотрите, она Бентли. Нахер она нужна за 23, если можно Rolls купить, там понтов больше. В общем, ребят, реально это своеобразная тачка со своим каким-то характером, со своей какой-то философией. Знаете, это похоже на то, что вот как будто я еду на Бентли, да, вот все видят, все думают, о, какая она крутая, какая она замечательная. А я-то еду, я понимаю, что это за ведро с болтами. Вот такое какое-то у меня ощущение, знаете. Типа все думают, о, крутой чувак, он на Бентли. Ты видел, какой там салон, Вась? Какой там салон вообще дикий? Вот это бомба, вот это салон, вот это вообще... Какой штрих крутой едет. Я пытаюсь себя переубедить, что это, ну, как бы, ну, не так все плохо, но это невозможно. Ну, это просто невозможно. Получается, что человек выбирает. Человек смотрит на S-класс, человек смотрит на Rolls, человек смотрит на эту машину, S63. Комфортная, красивая, стильная, прикольная. Ну, просто их слишком дохера. И это как бы не очень круто. Этих машин не так много. Роллсов, рейсов, тоже немного. Роллс подороже. Но это Роллс, ребята. Это бренд, который не борется с другими автомобилями. Это бренд, который борется с яхтами и с недвижимостью. Эта машина хочет стать Роллсом, но никогда и не станет. Когда она стоит на одном месте, я на нее просто смотрю, она меня возбуждает. Я смотрю на ее заднюю оптику. Она очень красивая. Я смотрю на передние фары, пока я просто около нее стою. Я смотрю на них и понимаю, что здесь бабушкина хрустальная ваза, в которой фрукты хранят. Знаете,
Я влюбился в эту машину, она такая приятная, я сел в салон. Все так детализировано, все так интересно, все так круто. Но я влюбился в эту машину ровно до того момента, пока я на ней не поехал. Я ее фактически купил у себя в голове. У этой машины ужасный характер на дороге. Ужасно. Возможно, эта тачка будет идеально себя вести на хорошей, ровной европейской поверхности, на хороших автобанах. Возможно, там, но не в России. На этих колесах машина очень жесткая. На этих колесах у этой машины постоянно носит зад вообще. Ты даешь газу, она, есть понимание такое, стоять на дороге. Эта машина не стоит на дороге. Я не получил от нее удовольствия. Более того, эта машина не тормозит. Салон замечательный. В этой машине замечательная отделка. У нее прекрасная система мультимедиа. Большое количество всевозможных дополнительных функций. Ночное видение, щиток приборов, все прекрасно. При выборе автомобиля для себя я всегда хочу, чтобы эта машина была комфортная и в то же время спортивная. Я хочу, чтобы эта машина вмещала в себя достаточное количество людей. Я хочу, чтобы она красиво выглядела. Я хочу, чтобы она была многофункциональна. Но такой автомобиль при тех критериях, которые я назвал, рассматривать нельзя. Потому что эта машина эгоист. Эта машина третья. Третья. Не вторая, а третья. Я хочу сказать, что эта машина с точки зрения дизайна реально красивая. Реально приятная, реально симпатичная. Но я не могу сказать, что эта машина хорошая. Я никому не рекомендую ее покупать. Потому что, во-первых, дорого, неоправданно. А во-вторых, она никакая. Она не едет, она вовремя не разгоняется. Да, она просто красивая. Вот так ее поставить дома на ковер, ну, замечательно. Я считаю, что эти деньги можно более правильно потратить. Сегодня технологии позволяют производить автомобили гораздо дешевле, чем этот, с тем же самым функционалом. Помните стишок про Toyota Camry? А вот я предлагаю вам написать интересный стишок по поводу автомобиля Bentley. Прямо здесь, в комментариях. Тот, у кого будет самый интересный стих, он выиграет урок обучения езды с Давидычем. Я потрачу целый день на этого человека и буду учить быстро, грамотно, профессионально ездить. Будем тратить время и будем вас учить. Всем спасибо. Пока. С вами был я, Эрик Давидыч. Снимать интересную тачку.